хорошо изолировано прорабатывает ягодичные мышцы, ягодичный мостик. Тут может быть несколько вариантов выполнения данного упражнения, поэтому мы смотрим, подбираем то, которое понравится больше вам. Первый вариант — это лежа. Это самый упрощенный вариант. Мы ложимся, ручки у нас лежат вдоль туловища. И мы просто поднимаем, прожимаем, поднимаем таз и прожимаем ягодичные мышцы. В данном варианте мы можем усложнить, положив сюда бутылку с водой, то есть оказав воздействие сверху, да, то есть утяжелить данное упражнение. Также мы можем выполнять его одной ногой. Мы ложимся, одну ногу приподнимаем и выполняем то же самое движение, прожимая поочередно каждую ягодичную. Также данное упражнение можно выполнить сюда, в палочке. То есть мы встаем и прожимаем ягодичные, поднимаем таз вверх. Также можно